плохое начало и, естественно, результат не в нашу пользу. Нужно лучше начинать, может быть, отдали слишком много эмоций в седьмой игре, поэтому на это тоже списывать нельзя. Новая серия, нужно готовиться по максимуму, и на следующую игру мы выйдем совсем другие. После первых 25 минут команда сумела перестроиться, за счет чего, в чем сумели прибавить? В первую очередь в эмоциях и, я думаю, где-то адреналин, потому что 0-2, естественно, нас это не устраивало, и нужно было исправлять. Добавили, и каждый стал играть на 110%. Прокомментируйте первую пропущенную шайбу. За воротами вы, Логинов и Ларсен оказались, на пятаке вообще никого не было. Ну, потому что игрок один с шайбы вошел в зону, просто нужно идти плотнее и быстрее отбирать шайбу. Втроем? Да. Или так получилось просто? Так получилось, просто понадеялись, видите, что отберем быстрее шайбу, но ошиблись. Ничего страшного. Оказалось, что вы не совсем успели трактор разобрать, времени не хватило? Да все у нас хватило, просто не настроились. В КХЛ не так много вратарей с правой ловушкой. Насколько неудобно вот бросать французу? Ну, видимо, сегодня по игре достаточно неудобно было. Надеюсь, что завтра мы найдем ключик.